Лекомера элитный – Омская 35 и Омская 18. Данные сорта пшеницы будут засеяны в ходе текущих весенне-полевых работ одним из ТО Иртышского района. Какие технологии использует зернообрабатывающая компания? Куда реализуется пшеница из села Узынсу? Ответы на эти вопросы узнаем прямо сейчас. Компания «Данагро» ведет свою деятельность на территории села Узынсу относительно недавно. В прошлом году ТО был собран и обработан один урожай. В этом году компания засеяла 8 тысяч гектар земель. Чисткой, сушкой и хранением зерна ТО занимается на территории села Узынсу Иртышского района. На постройку мы использовали свои эти средства на постройку, восстановление хозяйства. А технику мы благодаря финансовым институтам, потом заемным средствам. Технология у нас традиционная. Обработка механическая, химическая, сеем лапами. В прошлом году мы построили сушилку «Алтай-27» российского производства. Объем 27 тонн в час. Строительные работы и лизинг техники обошлись компании почти в 1 миллиард тенге. Готовая продукция хранится в двух складах вместимостью по 2500 тонны. Зерно реализуется на мукомольные предприятия и мельницы. В планах у компании увеличить площади своих земель, а также открыть крупяной цех. Ринат Абдулкаюмов, Ниязбек Смагулов, Ертыс Акпарат из Иртышского района.